Наши литовские гости, но полноправные участники шоу «Ледниковый период» танцуют под песню Александра Маринина «Белый конь». Я хотел ехать в город на белом коне. Да хозяйка корчмы улыбнулась мне. На мосту видно мельник взгляд бросил косой. И остался я на ночь с хозяйкой той. Коню с дурбом в рук путь просился скорей. Но не слышь от влюбленных лучших друзей. Я слышь до утра в той корчме пировал. А под ним языком обо мне тосковал. Белый конь. Поделиться с вами, уважаемые телезрители, одной мыслью. Вы знаете, когда эта пара выступала на чемпионатах мира, Европы, на Олимпийских играх, выступала за свою страну, за Литву, естественно, это была одна из сильнейших пар конкуренток наших, российским парам. И поэтому за нее мы с вами не болели. Мы болели за своих, это вполне естественно. А вот понимание того, что эта пара такая талантливая, такая разнообразная в своих средствах выражения, как технических, так и лирических, имиджевых, что в этой паре невозможно выделить лидера, потому что и Рита Дробязко уникальная фигуристка. То, что может сделать она на льду, никто не сможет повторить. И то, что Повелос такой изобретательный и классный партнер, это я понял только сейчас, на ледниковом периоде.